Только что прям повеяло, прям Турции, Турции повеяло. Прям вот этими вот сосенками, вот этими вот. Вот этими вот. Которые вот тут вот растут. Какой это город был? Город Отель Джипсофила. Это какой город был? О, это, ага. Это что-то за Сиде, там, ближе к Алании было. Ну, в отеле? Вот, ага, подходим. Подходим к озеру. Сейчас посмотрим, что там. We'll be right back.
турецкие деревья растут, турецкие горы тут тоже растут. Турецкие женщины ходят, и Перси, дай поцеловать Перси. Виноградная лоза от президента Российской Федерации Путина Владимира Владимировича. Ну, медведи, вот это по... Ну вот мы купили два билетика. Ребенку бесплатно. Взрослые 450 без дегустации, 650 с дегустацией. 450 без дегустации, 650 с дегустацией. Ну, поскольку еще сейчас только утро, не буду я сейчас дегустировать, вчера надегустировались, еще никак отойти не могу. Вот, а так вот сказали подождать в 11-10, будет начало экскурсии. Папа, 1 рубль на 6. Абсолютно безмятежное состояние, состояние покоя, душевные благости. Одним словом, отпуск. Кайф. Скажу, что сложно бутылки особым образом в штабеле. У каждого штабеля есть свой паспорт, где указывается год тиража и количество бутылок в штабеле. Когда мы проходили сюда, самый наблюдательный из вас могли увидеть, что кое-где в штабелях есть пустые ячейки. Это лопнувшие бутылки, и так происходит при таком технологическом процессе. Поэтому шампанисты, те, кто непосредственно работает с вином, вынуждены носить плотную защитную одежду и обязательно надевать маску на лицо, как у фехтовальщика. Вот почему и наших посетителей мы всегда просим не прикасаться к бутылкам. Значит, все, что нужно вину, когда оно находится на выдержке, время и покой. Что происходит за этот период и что заставляет потом вино играть в бокале? Происходит следующее. Дрожжевые клетки приступают к работе и начинают разлагать сахар на спирт и углекислый газ. Но поскольку бутылка герметично закрыта, и углекислоте некуда деваться, углекислота вынуждена постепенно растворяться в вине под давлением ею же и создаваемым. Вот это и есть процесс шампанизации естественного насыщения вина углекислым газом. Длится такой процесс недолго, чуть больше месяца. И если через это время мы откроем бутылку и нальем вино в бокал, вино уже будет играть и пениться. А чтобы у шампанского развился сложный букет, оригинальный вкус – вот тут-то и нужна выдержка на этом самом дрожжевом осадке. Если по срокам выдержка составляет до 3 лет, стало быть, в продажу шампанское поступит как выдержанное. Свыше 3 лет приобретет статус коллекционного шампанского. И эта важная информация обязательно будет указана на этикетке. Но после многолетней выдержки бутылки забирают из штабелей и передают в ремюажное отделение. Ремюажное отделение – это несколько огромнейших подвалов, где всю площадь подвала занимают только вот такие дубовые станки, пюпитры.
Пюпитр был изобретен на фирме «Вдова Клико». Французы назвали деликатную операцию «ремюаж», что означает «встряхивание» или «сведение осадка на пробку». Сначала бутылки загружаются в пюпитры почти в горизонтальном положении. Далее мастер-ремюор, ориентируясь на заранее сделанные меловые пометки на дне бутылки, будет их поворачивать каждый день на 1/8 и менять угол наклона. То есть фактически он как бы вкручивает бутылку, и тем самым весь дрожжевой осадок постепенно по стенкам бутылки будет сведен в пробку. Затем этот осадок замораживают, перенося бутылки в специальную машину, и удаляют. Процесс удаления осадка называется дегоржаж. Сегодня дегоржаж производят на современном оборудовании, но какая-то незначительная часть шампанских вин по-прежнему дегоржируется вручную мастерами-дегоржерами. Когда дегоржер удаляет осадок, он обязательно ощущает букет вина. И если по каким-либо причинам букет не устраивает мастера, бутылка тоже отставляется в сторону. В какой бутылке вино выдерживается, в такой же оно попадает на ваш праздничный стол. Меняет только пробку на корковую экспедиционную. Материал качественный поступает нам из Португалии. После удаления осадков в бутылке долгожданное шампанское марки «Экстра Брют». «Экстра» – усиливающая приставка, а «Брют» переводится как резкий, грубый, невежественный. Винодело добавляет бодрящий, как глоток воздуха. Все, что вы видите сейчас в подвалах, от первой до последней бутылки «Экстра Брют». Чтобы получить другие марки «Брют» с минимальным содержанием сахара, полусухое или же полусладкое, в «Экстра Брют» добавляют экспедиционный ликер, то есть подслащивают шампанское. В результате, чтобы приготовить одну бутылку классики, потребуется примерно 1,5 кг винограда и несколько лет кропотливого труда. Но далеко не все шампанские вина готовятся по классической технологии. Есть и другой метод, о нем я расскажу чуть позже. Давайте продолжим. Побывали мы только что на экскурсии, и теперь я знаю, какое нужно шампанское покупать. Если вы хотите действительно нормального шампанского попробовать, то нужно читать всегда этикетку, чтобы на ней было написано «выдержанное» либо «коллекционное». Это значит, что оно действительно выдерживалось в бутылках и снималось с осадок. Вот, и выдерживалось вообще, в принципе, на осадке. Но Лёхе понравились павлины.